Good morning, dear students. How are you? How are you today? Today, our new theme at page number 70 and 71, Blonde Carrie and Brunette Carrie, a story from Belgium. Доброе утро! Сегодняшняя наша новая тема на странице 70 и 71. Блондинка Кэрри и брюнетка Кэрри. История из Бельгии. В этой истории рассказывается о двух сестрах. Пришлю вам ссылку. По ссылке просмотрите сказку. Это у нас сказка, да? Давайте вместе прочитаем и переведем. Blonde Carrie is very pretty. Блондинка Кэрри очень привлекательная. Look at her sister. She's got big ears and a big nose. Посмотрите на ее сестру. Она имеет большие уши и большой нос. Всем людям нравились блондинка Кэрри, да, но все считали брюнетку Кэрри некрасивой. Блондинка Кэрри утешала свою сестру, да. You are not ugly, dear sister. Ты не ужасная, ты не уродливая, дорогая моя сестра. Так она утешала свою сестру. I can make blonde Carrie ugly too. И ведьма решила сделать блондинку Кэрри также уродливой, да? Я могу сделать блондинку Кэрри уродливой также. Говорит ведьма, да, и она сделала зелье и решила сделать блондинку Кэрри уродливой. Oh no, let's run away, quick. О нет, давай убежим побыстрее. Они услышали об этом и решили убежать. Hurry, hurry, побыстрее, побыстрее. И они бежали, да. И когда они бежали, они сели на лебедя и решили пройти через реку, да. Help me. В тот момент брюнетка Кэрри упала в воду. И брюнетка Кэрри, она очень огорчилась, да, она думала, что она потеряла свою сестру. Но в тот момент брюнетка Кэрри вышла из воды и стала очень красивой, да. Oh, look at you, you are so pretty. О, посмотри на себя, ты очень привлекательная, ты очень красивая, говорит блондинка Кэрри, брюнетка Кэрри. И смысл этой сказки заключается в том, что true beauty is not in your face, but in your heart. Истинная красота не в твоем лице, а в ваших сердцах. Да? Вот такая у нас интересная сказка. По ссылке просмотрите сказку, а также отправлю вам ссылку словарных слов. Давайте вместе эти слова произнесем и переведем. Блонд, блонд, блондинка или блондин. Брюнет, брюнет, брюнетка. Претти, претти, привлекательный. Аглы, аглый, уродливый. В тетрадке пишите сегодняшнее число, словарные слова и smiles values. И отправляйте голосовым smiles values. True beauty is not in your face, but in your heart. Истинная красота не в вашем лице, а но в ваших сердцах, да? Думаю, что сказка вам понравилась.
Запишите словарные слова и отправьте голосовым Smiles Fellows. Думаю, что задания понятны. The lesson is over. Goodbye.